находящиеся в черте города. Это безопасно, это правильно. А сегодня мы видим, что вопросы, связанные с этим, они не просто небезопасны, они просто отравляют жизнь. Вот. За последние несколько дней я прошу меня не перебивать, у меня есть возможность на минуту, я буду говорить о том, о чем считаю нужно. Я знаю, о чем вы хотите сказать. Еще раз, добавьте. Будьте любезны, рамки. Да, я в рамках тобой, не перебивайте меня, пожалуйста. Что за такое неуважение к своим коллегам? Честное слово. Я говорю от лица своих избирателей о том, что их сегодня крайне интересует. И это тоже вопрос достаточно социально важный, социальной напряженности. Вот я сегодня проснулся в 5 утра, это у меня голова болит. Потому что дым по всему городу, а я житель Энгельса, на себе лично ощущаю эти проблемы. Я звоню каждое утро и вечер в оперативную службу. И мне говорят о том, что пожар продолжает открытое горение. Всего 6 машин тушат. А где вертолеты? Где вопрос, где решение этих вопросов? И это разве не социальная важность? Вы сейчас нам расскажете, год целый рассказывает о том, как хорошо рекоператор работает. А сейчас вам говорят, что бомжи подожгли. Где охрана, где видеокамеры, где эти деньги, которые были вложены и потрачены на все эти цели? Кто там вообще работает? Кто представляет интерес нашего населения? Те, кто не умеет работать, те, кто не умеет нормально складывать этот пункт, хранить, перерабатывать, а он только деньги с граждан умеет собирать. Грабит наше население. Это что, правильная работа? Я обращаюсь ко всем службам, которые ответственны за это. Доведите, пожалуйста, порядок. Привлеките всех тех, кто виноват сегодня в этой экологической катастрофе. Я по-другому сказать не могу. Вот что сегодня важно. И в том числе интересует наших граждан. Спасибо.